Да. Уважаемые призеры 2006-2007 года рождения, соберитесь, пожалуйста, возле пьедестала. Сегодня в центральном клетку готовится Абдуллаев Фаниса Дмитрий Крылов для проведения финального поединка в категории до 57 килограммов. После них финалисты в категории до 93 Гаспар Сабекелян и Артем Шалин. Готовимся заранее. Все, растягивай. Призеры приготовились к награждению. Беги на него, Никита. Артур, переводить надо. Все время переводить. Руки выше, поднимешь. Не можешь переводить, не выиграешь. 2006-2007 года. Помните ему всю шею, втяни сюда и сюда. Итак, весовая категория 36 килограмм. Второе место занял Федор Рогалей, а чемпион стал Василий Рогалей. Души, души! Нам душа еще не лезть. Сейчас много, 10 секунд осталось. Впереди на себе! Время. Оп. Что, время у нас? Наше время. А? Нет? Готов? Не, не наше время. Огонь. Давай. Ручки повыше. Без удара не входи. Весовая категория 40 килограмм. Третье место занял Раневский Александр. Победу одержал Тимошенко. Третье место занял Гребный Илья. Второе место занял Владимир Артем. И чемпион стал Фоменков Александр. Переводи. Води. Души, души. Артур, давай, души. Поищи ручку, рычаг. Давай будет бороться за третье место. Ноги, ноги заправь ноги. Давай ноги заправить, возьми. Держи. Ничего не будет, да, ничего не будет. Артур, пятый прям через, дай мне. Скип, владеет. Второй раунд, бой. Внимание. Артур, руки выше подними. Хорошо. Весовая категория 62 килограмма награждается. Третье место Кирпиченко Данил. Второе место Кангрусин Максим. И чемпионом стал Башкатов Владимир. Все, торопись, контроль, давай, контроль, бой. Давай, Ник. И ручкой, ручкой сразу кусай. Руки сразу подними, руки подними. Вот работа, Никит, нормально. Нет, работает. Хорошо, еще. Руки навесили. В голову, не кусай, не бей кусай. В голову. Левая впереди ручка, левая, 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 левая. Иди, 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 левый. Первый работает. Давай, 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 Арджипу. Да-да-да, левая. Награждение приготовится возрастная категория 2004-2005 год. Девушка, весовая категория 58 килограмм. Второе место заняла Измесива Алина, а чемпионкой стала Бурсина Александра. Давай на волейбол. Давай. Давай.
Готовится к бутовому клетку. Обдолуя фонит, крылочный клетк. Финалисты категории 57 кг. Постный пара Шапотелян Гаспар Сталин Артем. Весовая категория 48 кг юноши. Победителем в данном поединке стал Шевченков Николай.